А Костя, да. Слушай, там начали формировать новую исполнительную власть, я так смотрю, судя по заявлениям Аксенова, какой-то координационный совет. Надо бы, чтобы там этого кмирика нашего не забыли. И вообще людей, которые на улице. Потому что Аксенова они ему не доверяют, они могут разойтись. Ну, я тебе скажу, что я завтра рано утром туда выезжаю. Ну, позови. Угу. Поэтому постараюсь там как бы вмешаться в этот процесс, сколько это возможно. Что надо, чтобы ребята, которые на улице, чтобы их они своих представителей делегировали туда, вот этот исполнительный срок. Я тебя понял. А. Да, угу. Это... А то они могут плюнуть и разойтись. Знаешь, есть такой риск. Нет, ждать нельзя, надо сразу. Если кто-то готов, пусть идут. Ну, дело в том, что они, их возможности, так сказать, на словах. Мы должны об этом знать. Значит, смотри, если есть такие желающие, ну, если по на твой взгляд... есть вот Харьков и Одесса. Ну, это их тогда, надо как-то их здесь зафиксировать. Ты можешь сказать их фамилии, как передать мне? Ну, Харьков это то, с кем мы работали, оплот. Понятно. С кем ты встречался. А Одесса – это одесская дружина. Поверишь, я что оплот? Одессу, я бы Одессы, ну, они говорят, что они держат людей на площади. Ну ладно, хорошо. Я спрошу. Приемная Глазио, добрый день. Девушка, здравствуйте. Меня зовут Тамара, я звоню с Харькова Сергею Юрьевичу от Жилина Евгения Владимировича с оплота. Вот. Там у них был разговор определенный, и как бы нужно получить ответ по Харькову. Спросите, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Ильич, меня зовут Тамара, я Жилина Евгения Владимировича с Харькова, с оплота. Да, да. По поводу сметы на людей. Мы кидали ее ваши координаты там людей, которые в том числе его, ну его точнее координаты, отдал тем, кто нас занимается. Ага. Вот так, и что они на вас должны выходить. Должны выходить на него. Ну, да. На него будут выходить, да. Хорошо, спасибо вам большое, извините. Вот. Ну вот, как бы, основная история, хочу сказать по другим регионам. Мы профинансировали Харьков, профинансировали Одессу. Значит, есть там заявки в других регионах, я все пока притормозил, потому что пока я финансовый вопрос не решил, а в конце концов я остаюсь один на один с этими обязательствами. Сейчас я уже казакам выплатил деньги, которые им 10 человек обещали, но никто нихуя не дал, ну и так далее. Угу. В общем, поэтому вопрос финансово начинает уже досаждать. Так ты, значит, говоришь, выплатили, а кто выплатил? Нет, выплатил я. Кто выплатил? А, ты выплатил. Ван, конечно. Ну, там небольшие суммы, там 2000, 3000, вот такие суммы. Но у меня уже теперь заявки, вот чалом подписанные на 50 тысяч гривен лежат там. Надо, конечно, с этими, давай тогда надо составить тебе все эти сметы расходов, я этим отдам, пусть они с ней работают. Да.
Алло. Анатолий Петрович, привет. Запорожец что молчит? Куда они все подевались? Мы точно знаем, что у него 1500 людей. Где они? Где казаки? Я имею поручение всех поднимать. Поднимать народ, когда должен народ собраться на площади, потребовать обратиться к России за помощью против бандеровцев. Специально обученные люди должны бандеровцев вышибить из здания облсовета. Затем должны собрать облсовет, создать орган исполнительной власти, исполком областной. Ему передать исполнительную власть и подчинить милицию исполнительной власти новой. У меня прямое поручение руководства поднимать людей на Украине, там, где мы можем. Значит, надо выводить на улицу, вот делать как в Харькове по образцу. И как можно быстрее, потому что ты видишь, уже президент указ подписал. Значит, уже пошла операция, уже тут сообщают, что и военные выдвигаются, еще не сидят. Мы же не можем силой все это делать. Мы же используем силу только для поддержки народа, не более того. А если народа нет, то какая там может быть поддержка? Слушай, ну скажи ему, что эта речь очень серьезная идет о судьбе страны, и, соответственно, идет война. Алло. Сергей Юрьевич, да. Докладываю. Значит, народу было очень много, то есть пишите 40, полная площадь. Значит, из этого Антона все-таки самое главное, он пригласил освободителей Верховного Совета Крыма освободить Одессу. Значит, блокпосты на въезде в Одесскую область. Ну, там, во-первых, это все только начало процесса, потому что пока не собрался облсовет и не принял необходимое решение о том, что он считает власть в Киеве нелегитимной и в соответствии с рекомендацией Харьковского съезда считает... Вот, да, они боятся и непонятно соберутся на следующей неделе. Так в том-то и дело, поэтому нельзя уходить, надо забирать этот облсовет, собирать его в кучу, заставлять их принимать решения. Но для этого на один день должны прилететь несколько человек, чтобы четко получить инструкцию. Тем более вы мне сказали, привози. Слушай, я... Ситуация же развивается, я тебе скажу. В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли облсовет. Но нужно брать облсовет и собирать депутатов там. Все, понял. Областных. И не расходиться до этого. Все идет. Если вы через неделю соберетесь, там уже соберутся бандеровцы через неделю с милицией, никого не пустят. Ну так, если завтра отвезти людей на несколько часов, утром их принимаете, они возвращаются назад. Слушай, зачем им сейчас ехать? Им надо заходить в облсовет, собирать облсовет, принимать решения и потом сюда присылать гонца, если нужно. Или мы туда пошлем людей. Все понял. Не надо тянуть резину, надо сейчас идти на решительные действия, так как сделали в Харькове и в Донецке. Там уже облсоветы забрали наши ребята. Все понял. И здесь надо делать то же самое, заходить в облсовет, собирать депутатов. Понял. Не надо расходиться, надо идти дальше. А то поговорили, разошлись, кончится это поражение. Алло. Сергей Юрьевич, прошу вас сказать два слова людям, которые могут. Угу. Алло. Алло, здравствуйте. Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Добрый день, я Денис. Да, я из Одессы. У нас есть люди, которые готовы, в принципе, действовать. Но нам нужны какие-то конкретные, четкие, понятные рекомендации. Что, кто поддержит, будет ли у нас гарантия, что завтра не приедет сюда с Киева пару автобусов и не... Значит, я могу сказать следующее. Во-первых, у нас сейчас Совет Федерации голосует, уже проголосовал указ президента об использовании... Знаем. Знаете, да? Поэтому это очень серьезно, и вас поддержат, не волнуйтесь. Понял. Значит, второе.
Нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину, массовое обращение непосредственно к нему с просьбой защитить к России, значит, и так далее. Третье. Это обращение у вас уже есть на митинге. Да. Значит, третий момент. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался, а для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех там бендеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и собираются облсоветы, будут тоже обращаться к нашему президенту. Плюс решение облсовета о том, что он не признает легитимную киевскую власть, что это власть преступная там и так далее. Вот это вот очень важный момент, взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, их надо тоже, так сказать, объяснить депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел, не приголосовал, тот предатель, значит, бандеровец, фашист и так далее, со всеми последствиями. Они, как народные депутаты, должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области. Их избирал народ для того, чтобы они принимали решения. Поэтому нужно просто им, так сказать, внятно объяснить, что их обязанность прийти на облсовет и принять соответствующее решение. Параллельно, конечно, нужно защитить их от давления бандеровцев там, и чтобы они были уверены, что, так сказать, они в безопасной ситуации, надо, соответственно, брать все эти здания под контроль. Я вас понял. Смотрите, значит, первое, мы готовы к этому, но нам нужно понимать сроки. Сегодня мы сможем организовать. Есть ли время до завтра у нас? Ну, теоретически есть, но лучше, чтобы к завтрашнему утру все было сделано, и облсовет, так сказать, уже был поставлен перед фактом. То есть мы после занятия созываем сессию облсовета, правильно, приглашаем депутатов и заставляем их голосовать? Да, да, да. Вы их просто привозите. Так же, как делали эти. Кто там колеблется, просто брать за шкирку и привозить. Хорошо, я понял, мы тогда собираемся на совещание. Если кто-то не понимает, да. Хорошо. Хорошо, Сергей вот. Юрьевич. Ну, тогда... да. Держите связь с Кириллом. Приемная Глазова, добрый день. Алло, вы Сергей нужен. Алло, алло. Валерий Коваров из Одессы. Мы зашли в облсовет. Мне нужен Сергей. Сейчас, секунду. Срочно. Алло. Алло, Сергей. Да, Валерий. У нас группа интересов прорвались на сессию. Сейчас я буду выступать. А, вы прорвались на сессию, я понял вас. Помощь. Помощь, сейчас пытаемся оперативно решать, уже созваниваемся. Мы уже получили информацию, что вы прорвались. Хорошо. Сергей Валерьевич, добрый день. Прием на Глазе, Сергей Юрьевич беспокоит. Да. Спасибо вас, Сергей Юрьевич. Да. Спасибо. Вот хотел бы сказать некоторые соображения. Да-да. Значит, ну, первое, мне кажется, что вопрос по референдуму сформулирован неудачно. Ну, это не только мое мнение. Тут вот мы думаем, как их поставить так, чтобы они были однозначно понятны людям. Потому что многие просто за слова «в составе Украины» не проголосуют. Нет, в составе Украины не собираются, то есть как бы голоса, они сегодня мы же не ожидаем, что за Украину проголосуют. Просто там же коллеги работают, тут высадили же там групп 5, то есть как бы, ну, ваших соотечественников там с разных организаций, которые привезли в том числе и готовые материалы, согласованные как бы с Госдумой, ну, с точки зрения возможности принятия Госдумой соответствующих тоже нормативов.